Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы с вами разберем, как выполнять задание номер 19. Вычислите пример под буквой А. 2 пятнадцатых плюс 8 пятнадцатых. Б. 20 двадцать первых минус 6 двадцать первых. В. 5 шестнадцатых плюс 3 шестнадцатых. Г. 13 восемнадцатых минус 7 восемнадцатых. В тех случаях, когда знаменатели обыкновенных дробей одинаковые, мы складываем или вычитаем только числители. Знаменатель остается без изменения. Записываем пример под буквой А. 2 пятнадцатых плюс 8 пятнадцатых. 2 плюс 8 получаем 10 пятнадцатых. Можно сократить на 5. Десять делим на 5, получаем 2. 15 на 5 будет 3. Получается дробь 2 третьих. 20 двадцать первых минус 6 двадцать первых. Знаменатели одинаковые. Вычитаем числители. 20 минус 6 – 14. Знаменатель переписываем. 20 первых. Тоже можно сократить на 7. 14 делим на 7, получаем 2. 21 делим на 7, будет 3. Получается дробь 2 третьих. В. 5 шестнадцатых плюс 3 шестнадцатых. Знаменатель остается прежним. 5 плюс 3, числитель 8. 8 шестнадцатых. Можно сократить на 8. 8 делю на 8 будет 1. 16 на 8 – 2. Получаем дробь 1 вторую. И последний пример под буквой Г. 13 восемнадцатых минус 7 восемнадцатых. Знаменатель тоже одинаковый. Вычитаем числители. 13 минус 7 – 6 восемнадцатых. Можно сократить на 6. 6 делю на 6 будет 1. 18 на 6 – 3. Получили дробь 1 третья. Вычислили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!